Ну что же, привет, продолжаем проходить Сибирь. А, подожди, наверное, с ним заново поговорить со всеми, да. Tribe leave here quickly. Many bad men may soon arrive. А, нет, слушай. Какая у нас серия? 15-я, по-моему, уже. Так. Bring ostriches out quickly. Выводить страусов. Значит, на лодку надо как-то. Как-то до лодки добраться, ничего себе здесь. Изменился ландшафт. Солнышко красиво, не дали посмотреть. Давай. Цаг. Какие долги под загрузки. I'm actually perfectly capable of following your caravan on foot. Shaman's yurt, very comfortable. Big handsome metal man must rest after everything he has done for tribe. Oh, but, madam, please, I... Ой, хорошо. Сейчас по метро шастать будем. Татьяна нас пропускает. Катюша нас пропускает. Нас разыскивают. Как его, полковники всякие там. Да, она похудела. Their boat is right there. But where's the American and those damn savages? They can't have gone far. If they're truly crazy enough to go right into Baranor. The radiation will take care of our problem for us. Exactly. Ну-ну. Чё себе военный такой? Куда они летят? В Альпы? The soldiers, they found our tracks. They must think we're on the surface. Good. Здесь нам не разрушит. Камлек, камлек, Мигапа. Дай качество. Look over there. Там вода? Мыши, 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 летучие мыши. I'll go look. Wait for me here. Что-то всюду, в Tomb Raider мыши, тут мыши, в Horizon летучие мыши. Нет, я люблю летучих мышей, но просто странное совпадение. Так, метро, исторический центр. А, мы куда-то добрались, сейчас будем вылезать отсюда. В исторический центр Баранур или куда? Так, ну что будет, если мы к ним подбежим? Нас покусают за волосы. Я не боюсь, чё. Чё надо? Ну там вода, вода. Понятно, что затоплена, скорее всего. Щиток? Чё, электричество? Кейт так их боится. Сейчас Бэтмен, Бэтмен, осторожно, сейчас детонатор искать будет. Да, прикольная заставочка такая. Билфи. Ну, я понял, не любишь ты Бэтмена. И чё? Так, подожди, сперва что здесь, если я залезу... А, по лестнице залезу. Ух, шити лестницы здесь, а. Ух, шити лестницы. Ты говоришь, в четвертой части это исправили? Я очень этому рад, это очень хорошо.
Я могу слезть? Йоу. Я же также мог и залезть. Это в определенном месте, да? Все, оббегать. Так, дай посмотреть, если что-то есть там. Кроме красивых изображений обложек. Что-то было в уровне, нет? Что-то показалось мне. А, это эти какие-то. Let's try something else. Давай. Прикольно. Ни в какую не хочет нам туда идти. Давай сперва спустимся, потом пойдем по левой стороне. Центр Atomic атомных исследований. Да, Atomic Heart. Туда можно пройти. Так, здесь что у нас? Переходы какие-то. Водичка. У-у-у, затоплено. Ну, может, что-то здесь можно взять? Что это такое? Да. Покажи, что я не вижу. Водоросли. Зачем? Зачем нам водоросли? Так, я тебя понял. Там чего? Болотце какое-то. Ух ты. Lakewater. Katarina was right. Lakewater. Lakewater. Ну еще что-нибудь будет или я просто так бегаю? Кажется, да. Просто так. Ладно. А, вот сюда. Я забыл про этот проход. Ты уже тут? Как так вы везде пробегаете? Боюсь, маленький вампир. Ладно, камера никак не поворачивается. И подожди, стой, что тут никак нельзя? Ну вдруг там можно пройти, нам не показывают, конечно, вряд ли. Нет. Ладно, хорошо. Все тогда, пошли в другую сторону. Зачем-то подобрали одну водоросль, и на этом все. Вот нельзя, нельзя слезть. Блин, ну сделали бы прыжок, я бы спрыгнул X или просто сама бы слезла. Это же 2017 год, это не 2006, ну не 2007. Ё-моё, ну... Ладно, наверное, слишком сильно придираюсь. Почему придираться вообще не надо? Так, сейчас момент, сейчас опять посмотрю здесь. Если вдруг можно что-то достать... Исследуем вот эту часть над землей. Опа! Так, а здесь чего-чего? Что-то написано, не видно. Тут не видно. Пройти, не пройти. Че ты на страже стоишь? А, Кейт Уокер. Да. Что ты делаешь? Воздушный шлюз. Что за воздушный шлюз? What this airlock is for? I think it must have been installed at the time of the incident that ravaged this city. It must be for decontaminating the radiation suits worn by rescuers who went outside. And it protects us from the radiation? Absolutely. Without it, your organic components would unfortunately now be completely carbonized. And I regret to say, currently putrefying Kate Walker. I see. Thank you for such an interesting diagnosis. Interesting. Да-да-да-да-да. Metal does have advantages sometimes. Клёво. Что ты тут делаешь? Помощь. Да, давай верхняя сперва. What are you doing here, Oscar? Это сначала надо было. Ладно. I'm just enjoying taking in the quiet all around here. I feel quite safe in a way. From ayahuasca, for example? Let's just say that I would be grateful if you could refrain from mentioning my presence to her. Бедняга. Помощь. I need help getting rid of all those bats. They're stopping us from moving on. О. Potential threats trigger animals' flight response, Kate Walker. The origin of the threat may be fire, water, noise, or in general, anything that might put their physical integrity at risk. Ну, водоросли подсунуть. Yes, Kate Walker. Чао, какао. А здесь что-то можно? Что-то можно, что-то нельзя. Нас не пропустят. А, да, можно. Ну, значит, давай еще что-то, наверное, не стоит нам выходить туда. Но...
Или 100. Ну, давай попробуем просто. А, скажет нет, наверное, сейчас. Не стоит мне выходить. А не может все-таки? Все-таки может? Или нет? Ого! Ой, ё-моё-моё. Конечно, не надо. The surface is completely contaminated. Ого. Офигеть, а как эти фильтры очищают, интересно? Ну что ж, мыши, я вам подсуну эту самую. Водоросли. Айваск. Metal man hiding near, I think. Блин, почему я снеслись, ну? Может, надо сюда что-то положить? Сюда положить? Нет. Осмотреть? Seaweed that smells of the sea, as they say. Seaweed называется. English. Нет, чё, сейчас мы разберемся. Let's try something else. Стой, try something else. Чё, нет? Никак. Seaweed that smells of the sea, as they say. Вот же пища для размышления, да, здесь каждый раз. Ну, не такие приключения, к которым наверняка вот многие привыкли, как и я, которые не играют в квесты, и они думают, что ну сейчас все пройдем, сейчас все легко, быстро. А здесь думать надо каждый раз. Думать, решать, что делать, как, чего. А чё я на них мог нажать раньше? Сейчас ничего не сделать. О-о-о, курк. Подойти к курку. Чё он стоит? Вот что-то придумают. Курк, айваска, вот. Что-то они переместили, что ли? Дэм, наконец-то. Yes, we saw. Мисс Кейт Уокер must free passage for caravan quick. Есть идеи, полный вперед. Я пойду. Допустим, есть идеи. A bright idea would really be welcome right about now, Ayahuasca. If Miss Kate Walker finds something good to frighten bats, да я нашел, нашел. Very well, I'll go see what I can do. Я нашел. Thank you, Kate Walker. And call on the Yukals for help if you need it. I'm sure they'll be able to give you a hand. То где мне установить эту штуку? Неужели я сейчас смогу, э? А я думал, там айваска, это не она, вон там стоит, которая... А, вот, смотри, появилась. Рели? Свет? This is the bat's pantry, I guess. Ага. Light from the outside. А гет, значит, сейчас куда-то будем лезть. Сейчас на них свет надо как направить, ну как я это сделаю? За что потянуть? Так, давай-ка к вам подбегу. Я увидел. Nice metal man, not in yurt now. Miss Kate Walker not see him? Да, конечно, сейчас тебе приведу you сразу. Must get rid of all the bats. Metal men seem very nice in end. Так и на кого-то залезть. Блин, ну вот как я. Сейчас знаешь, что мы поднимемся на. О, смотри. Куёт, можно к нему подойти теперь. Вижу, что-то происходит, что-то вижу, начинает что-то происходить. Excuse me. I'm sure you noticed we now have bats blocking the way. Would you know of some way I could encourage them to leave their home? No, no idea. No idea. Well, that's pretty clear. А у него хороший English. Yes. Well, later then. Воу-воу, и чего? Чего, чьё? Really want fresh air now. Да, я бы тоже хотел. Я бы хотел пойти уже вперёдик. Добраться, докуда мы доберемся по метро, интересно? Да куда оно ведет? Давай, может здесь от... Он должен мне открыть ворота как-нибудь, этот чувак? Эх, ну я, ну чё, ну как? О! Ты что здесь, блин, здесь все...
Я тут по второму кругу бегаю, и здесь появляются все новые и новые. Опять он. Только что был там. Айн, другой. Look, very good wood, took. You take now. Gift, gift. Ладно, для чего нет спасибо? Да не, нет спасибо, отказываться не надо. Да и спросим, для чего. Thank you, but what am I supposed to do with it? Problem with bats now, home? Miss Getwell can sneak up and use root to go to bats and hit them. Ah! Puff, puff, puff. I suppose it couldn't hurt to try. Sure. Что с освещением у вас, а? Ну смотри, какие-то решения все придумывают. Слушай, все-таки что-то происходит. Что-то происходит. На месте не стоим, уже хорошо. Серп и молот. Вот я думал, ну сбегаю сюда. А зачем? Ну думаю, ладно, что-нибудь посмотрю. Может на потолке что-то, да? А оказывается, вот стоит. Предложил мне ветку. Ну я не знаю, ну глупо, но давай попробуем. The nice stick that the woodworker gave me. The nice stick. Ну и что будем делать? Я даже не могу помахать, им ничего не могу. Так, давайте снова к вам подбегу. Miss Kate Walker must try and chase bats away very quick. Did you ask for help from the tribe? Да. Ну вот, подсказывает, да, племени ко всем, наверное, подбежать, у всех спросить. Короче, как и в первых двух частях, чтобы пройти дальше, тебе надо ко всем подбегать, у всех спрашивать. Потому что не все так просто. Кажется, просто, вот думаешь, вот сейчас я там как-то сам палку запустить в них или что-то, но так, на деле... Не работает. Так, давай теперь в эту сторону сбегаем. К Аскарычу, что ли? Подожди, давай сперва к ней. Metal man hiding near, I think. Молодец. Аскарыч. I'm counting on you, Kate Walker. Спасибо. Not a word about my presence here. Yes, yes, of course. Опа. Чё тут? Йоу. Я еще думал, ну рядом бегал, но ничего не видел такого. Тряпка и уколов. Сейчас ее намотаем на это, огонек зажжем, да? О, смотри, нет, тут все просто. Жесть, кулук-маг. Тук-тук. Все в порядке? Everything okay with you? Тук-тук, мисс Кетвалк. But everything go better when tribe back on route. Помощь, страус. How are the ostriches? They all scared of little vampires. So while they are there, ostriches not want go forward. And they all getting very hungry. Yukols must find pasture real quick. Блин, это так... немножко кринжово, что ли, не очень приятно. Когда вот слышно, что вот запись они берут и... забыстряют голос. Ну, зачем так делать? Do you have any idea how to get rid of the bats? You thinking... Small vampires, very dumb. You find ways, scare them all. Hmm. Well, thanks for your help. Well, I'll go see what I can do about the bats. See you later. See you later. You hang in there, Miss Catwalk. Ну, конечно. Естественно. Ой, ничего себе, она перемещается. Так, значит, тряпка есть. Зачем-то есть тряпка, палка. Палка, тряпка. Ой. Что можно с этим сделать? С тряпкой-палкой. Тряпка-палка. Может, она скажет. Соединить как-то это все вместе нельзя здесь? Давай. Nobody will miss this. Яркая вещь. По-русски яркая вещь, по-английски. Не, никто не пропустит ее. Это такое пропустить невозможно. Ну вот со светом там что-то можно... Можно как-то с этим взаимодействовать, раз нас прям показывают, но нет, нет, ничего. If Shaman had all ingredients, she would make concoction of euphorbia. Radical good against bats. Шаманов? Кто готовит? Где ваш повар? You must get rid of all the bats.
Где ваш повар? Или если бы у шамана были ингредиенты? У нас есть, он уже достали ингредиенты ваши. Кому обращаться? Ostriches start be very hungry. Ostriches. Давай сюда. Metal man hiding near, I think. Я понял, к ней вообще лучше не приближаться, никогда не подбегать. О! Что? Почему я раньше не мог к столу подбежать? Это что такое? Это зачем вы так усложнили все? Вы же понимаете, дух нулевых там, да, ну. A support for a torch looks like. The smith must use it for light or to heat up small objects. Надо сейчас присоединить что-нибудь. This is good for a little DIY. Что-то смастерить. Так давай смастерим. Смотри, палка раз. Так. Тряпка Юколов 2. О! Все, отлично. Отлично. Да, не все. Извиняюсь, я думал, что все, не все. Флакон 3. Что у нас внизу? Огнево. Ну, флакон получается. Я ведь искал, я думал, как? Как, где? Наверняка это надо сделать что-то. Все просто, да нельзя, но усложнили как нельзя. И все, давай. Все, побезяли. Побезяли, быстрее, побезяли. Я даже это обрезать не хочу, побезяли. Давай, давай. 20 минут записи. Ну, правда, не знаю, сколько там на монтаже получится, но... Что на свет мне показывать? Я понял, что свет их отпугивает. Давай. О, yes. Метро, исторический центр. Нет, не получается, они возвращаются. Или что? Да, чем-то надо открыть окна. Вот сейчас это надо. Раньше нельзя было открыть, блин. It's possible for the bats to get out through here, but how do I open the gratings? Да. Во, они уже переместились. Давай к ним обратимся. Ну и что вы меня заставляете бегать туда-сюда? Беготня какая-то, блин. Nice metal man not in yurt now. Miss Kate Walker not see him? Да, я тебе все скажу. Я тебе все скажу, только помоги мне уже решить эту проблему. Я всех сдам. Как там было в гоблине этой шматрицы? Всех сдам. Я там рыбу ел. Так. Ну с тобой нельзя поболтать? Ну что такое? Побежали к Оскару, не знаю зачем. А подожди, еще с тобой поболтать просто так надо. Ну, почему так сделано? Ну что вы меня мучаете? Ostriches start be very hungry. Хорошо. Так, он подвинулся. Опа. Что это значит? Опять ищем мозгошмыгов. Ну зачем? Я туда подбегал. Зачем ты еще смотришь? Где мы находимся, посмотрите. The confined atmosphere here seems to be affecting you, Kate Walker. Да мне надо открыть окна. The way for us to solve our bat problem is up there, outside. And I don't have the slightest idea how to get there. There's an enormous amount of radiation. You need someone who is, by their very nature, impervious to radiation so that they can do this task in your place. Кто же это может быть? If such a being existed, that would solve our problems, wouldn't it? May I remind you that I am an upgraded XE-2000 model automaton? Oh, you don't mean...
You? I am, of course, somewhat afflicted by osteoarthritic rust. But I should be able to do the task, Kate Walker. I don't doubt that you're capable of it. But it could be dangerous up there. You don't think that... I'm afraid that, for you, the choice of candidates is limited, Kate Walker. If you insist. If you insist. Смотри, какой стал самостоятельный. В первых двух частях ничего не мог. Все мы. Олимпия. Что сейчас за Оскар будем играть? У-у-у! Я, не она. Ничего себе, ачивочка. Вот это да. За Оскарыча. Так. Слушай, это интересно. Нам сменили персонажа. Ёшки. Ё-моё. Ух, ё-моё. Какой? Какой режиссерский шаг? Какой? Какой необычный поступок гейм-разработчиков. Опа, вот мы и снаружи. О, листья, как прикольно. Что у нас была? Зима, теперь осень. Жигули. УАЗик. Kate Walker is pursuers. I must make every effort to hurry up. Ой, да никто тебя не обращает внимания. Давай велик возьмем, покатаемся. Камера медленная, конечно. Так можно было бы осмотреть, но... Так бы еще полчаса будет только это обзор. О, помощь, помощник. У тебя глаза горят, я вижу, что ты можешь что-то... Может, ему можно помочь? Масленка у нас, чтобы в себя залить. Подожди, 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 мне интересно. Масленка, что он скажет? Keeping the wheels greased to keep things running smoothly. Окей. Не, это неожиданно, неожиданно, слушай, не ожидал, что нам сменят персонажа, даже прикольно. Смотри, радиация теперь невидимая, то есть, как будто, ну, у тебя для него ее нет. Так, вот он. Помощничек. Камеру, конечно, беспощадно сменяют. Чё, я не могу, да, никак взаимодействовать с ним. Так, чё, в эту сторону? Ой, забываю, что тут можно... О, боже мой. Что тут можно двигать чуть-чуть камеру. Ну, чуть-чуть совсем. Не до 3D управления почему-то вот. Не захотели они прям... Делать управление от третьего лица. Это как ты сейчас смотришь, не знаю даже от какого лица. Как это называется? Что-то странное. С таким я еще не сталкивался. Конспиративный магазин. Какое название? Ну, давай туда. Что тут написано? Дерево. Дерево, 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 дерево. Море. Что-то можно посмотреть, нельзя. Так. У. Вон там. Электростанция разрушенная, горы. И что нам отсюда надо увидеть? Ничего. Просто так. Ого, мы так далеко продвинулись уже. А куда нам надо? Куда мы путь держим? Блин, так... Такая долгая подзагрузка, даже чтобы очки снять. Че это как называется? Улица чего? Кого? Горская. Улица Прогресса. Плакаты такие прям не выцветшие, новые такие прям. Ты смотри. Так, нам, скорее всего, туда, да? Ну, пошли. По улице Прогресса. О, я могу тачку завести. Мы поедем.
Ну да, нам же по лестнице надо забраться, ну конечно. Что еще ожидал? О, да. Да. Ну, значит, ключ зажигания оставляем. А почему? No key, obviously. Ага, ключа нет, конечно же. Better not, as long as the motor's да. off. Let's try not to make mistakes that would be worthy of a Kate Walker. Так, что там в бардачке? Так, я немножко научился, что надо смотреть сильнее по сторонам. У. А что у нас свет зажегся? Очки от радиации. А, вот сейчас найдем, наверное, ключ. Вот он. Там прикольно в инвентарь свой попадает. Да, ключа нет. Ну что ж делать? Только что взяли ключ. Ключа нет. Зажигаем. О! Номер без региона. Какой странный. А, или это и есть регион 41. Сейчас все пробьем. Бам! Ну что, нам лестницу поднять надо только. Наверное, можно сделать... Откуда это делать, кстати, снаружи? Ню. Мы пригнали, значит, машину. КамАЗ. Ой, вот. Ну давай, залезай. Почему про... Че с этой стороны? Ух, да. Управление, мое почтение. Надо будет посмотреть, как другие проходят эти игры. Мне стало интересно, вот. Ой, не эти игры, а Siberia 3. Мне вот прям интересно вот мнение людей, вот, которые вот тоже проходят, как и я, насчет управления здешнего. Так, что-то надо. Покрутить. Ага. Слушай, прикольно. Так, хватит, наверное, здесь. Угу. Так, давай повыше чуть-чуть. Да? Агец. Еще. А, не все, это максимум. Так, это выше, ниже. Это чуть пониже. О, все, отлично, отлично. Нем. Ну все, не надо. Ну ладно, давай скажи что-нибудь. Если бы я что? No opening system. The edges are completely welded together. А, я понял. Ну, пошли искать, пошли искать. Пошли побегаем, поищем. Что это такое? Напор. Nice room. Симпатичная комната? Что? В смысле? Что у нас? Вон там мы не оббегали эту часть. Наверное, что-то есть. Сколько проводов? Ну, ты знаешь, где угодно может быть. Может, даже в самой машине. Я не видел, не знаю. А, так мы отсюда выезжали. Я думал, как это другая улица, прикинь. Ладно, раз улицу сделали, старались, пробежим по ней. Все, смотрим. Давай по тротуарам или нет, давай по центру. Я не знаю, или давай ближе вообще вот сюда. Давай ближе к камере, ближе к нам. Мы тебя плохо, мы тебя не запомнили, тебя надо рассмотреть. Чего? К дому? К доме? Чего? Инструменты дайте, пожалуйста.
Дайте мне кусачки. Или пилу там. Волга, что ли, стоит? О! Банк. Зачем нам банк? А что, деньгами будем решетку открывать, что ли? Я не знаю, может, банки что-то и... А, вот, смотри. В том, что грабили его. Ага. Слесарная. Во, слесаркой. Как-то хорошо. Так, ну давай, я для себя уже здесь... Ну, просто побегаю, смотрю, вдруг что-нибудь для себя найду. Все, значит, там я побегал, ничего интересного нет, уверяю тебя. Давай уже слесарные ножницы применим здесь. Поработаем как мужицк. Три часа спустя. Красавчик. Фига себе. О, Оскарыч. Собака отбиваться. А, вот сейчас мы этой штукой будем от них, да, отбиваться. Ага. Окей. Ну да, 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 ну. Оно само, оно само. Да давай, что за хрен? Все, главное не отпускать было эту. Крутим. О, тут удобно прям крутить. Оскарыч, я приготовил оружие, давай. Пуляем. А, нет еще, что ли? Подожди, что? О. Бам! Ничего себе. Давай, обними его. Я не знаю. Поцелуйся. Вот так. Мужицк. Все, отстали. Давай уже прогоним летучих мышей. Давай. Пошли. Ну да, на одежде же осталось это. Радиация и так далее. Остановить загрузку. Оу. Так, ну, Оскар, ты можешь... Вот именно что. I said we're not going anywhere without you. I just need to find a little bit of iodine. Iodine is a rare commodity, Kate Walker. Don't be pessimistic, Oscar. Just let me get on with it, please. Very well, Kate Walker. Как они называют йод в английском? Айодайте?
Ну, я говорю, Оскар, ты можешь спокойно там побыть. Нам-то сейчас главное прогнать птиц. Но Кейт не хочет, понимаешь? Кейт не хочет. Congratulations, Kate Walker. Thanks to your friend Oscar, we can continue the route. Yes, but he's stuck in the contaminated zone. I must get him out before we leave. Is he indispensable? Our pursuers are on our heels, and after all, your friend does not fear the radiation. No way I'll abandon him. Not after everything he did for us. I am well aware of our debt to him, Kate Walker. But don't forget that I must ensure the migration proceeds pro- Oscar is one of us. I get that you're in a hurry, but we at least have to make the effort. Okay, but please hurry. Блин, ну а как достать йод, посмотрим уже в следующей серии, а то уже времечко. Кейт не хочет его оставлять, поэтому вот так. Спасибо всем большое за просмотр, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.